один из Bittrex управления сайтом имеется встроенный механизм для организации поиска. Система уже из коробки умеет индексировать статические файлы, инфоблоки и другие сущности, например, сообщения форума. Также имеются штатные компоненты, которые позволяют осуществлять вывод по этому поисковому индексу, настраивать вывод результатов поиска. Например, настройками мы можем ограничить область поиска. Настроим поиск согласно нашему ТЗ. Сначала реализуем компонента форума поиска в шапке сайта. Настроили, применили верстку и перенесли в шапку сайта. Также есть компонент стандартной страницы поиска, на которой выводятся результаты поиска. Настраиваем компонент и применяем верстку. Все применили. Проверяем, как все работает. Все отлично. Но теперь нам необходимо настроить сам поисковый индекс, чтобы вводились только нужные элементы и с верными ссылками. Чтобы вот таких сюрпризов не видеть при переходе с результата поиска, мы произведем настройку. Настроим каждый инфоблок, который мы создали. Слайдер. Исключаем из поиска. Также шаблоны путей в данном случае смысла не имеют. Очищаем. Новости. Прописываем правильные пути до корня раздела и детальной страницы. Каталог. Аналогично. И произведем обновление индекса полное. Проверяем, как теперь работает поиск. Как видим, штаны нашлись.